Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 декабря, последний день уходящего года, одарил нас таким мощным снегом. Я такого снега на Чедже не видела еще ни разу. Это, конечно, очень круто. Вот там уже все бегают, снеговичка лепят. Сейчас покажу вам. Я в кроссовках. У меня другой обуви на Чеджу нет, только кроссовки. Поэтому посмотрим, как они выдержат такой снег. Очень много снега, он шел всю ночь, до сих пор идет, и я думаю, еще долгое время, ну как минимум, может, недельку еще полежит. А, можно же капюшон надеть, да? Я как-то не догадалась сразу это сделать. Тут чьи-то следы заканчиваются, кто-то решил повернуть. А мы дальше потопаем, потопаем по снежку. Вы слышите этот звук? Красиво, да, на листиках лежит снежок. Это же на Чеджу. Очень много вечно зеленых растений с листьями, которые не желтеют, не опадают. Смотрите. Это олень. Бежали. Представляете, это были олени. Смотрите, пруд подзамерз. И 31 декабря у нас сказочное. Какую еще погоду пожелать 31 декабря? Только такую. Знаете, я около года назад тоже вот так гуляла здесь в парке. Тогда совершенно неожиданно выпал снег, который на следующий же день растаял. Но я была такая безумно счастливая. Побежала на радостях лепить снеговичка. А сейчас у нас тут еще больше снега, еще больше счастья, еще больше радости. Друзья, всех с наступающим новым 2021 годом. Оставляем все плохое, все плохие мысли в уходящем 20-м. Перестраиваемся на позитив. И все будет хорошо. Я искренне верю, что новый 2021 год будет намного-намного лучше уходящего 20-го. Потому что, мне кажется, каждый человек на этой земле от чистого сердца об этом очень мечтает. А раз так, то сила этой мысли будет очень мощная, потому что мысль будет исходить от практически всех людей. Поэтому все будет хорошо. Всем желаю счастья, всем желаю здоровья. Пусть исполнится все самое светлое, самое доброе, о чем мечтает каждый человек. Мира нам всем, добра, любви и счастья. С Новым годом!